За одним столом собрались руководители профильных министерств и департаментов, архитекторы, историки, эксперты. Как отметил губернатор, застройка исторического центра – это конфликт интересов строительного бизнеса и горожан. Но нужно найти правильное решение. Краснодар должен сохранить свой исторический облик, а высотная застройка в центре его просто уродует. Мы должны прийти к пониманию, где у нас границы исторического центра. И никаких точечных застроек, коллеги, здесь близко быть не может. Только комплексное должно быть освоение. Если один выкупил 15-20 соток, второй, третий, вот тогда пусть объединяются, договариваются и застраивают комплексно. Моя позиция однозначно – точная застройка в прошлом. Исторический центр уж точно давайте затвердим, утвердим и поставим точку во всей вакханалии строительной, которая была в историческом центре города Краснодара. Все, поставим точку и забудем. Напомню, что к обсуждению генплана города активно привлекались и жители, проводились публичные слушания. Замечания и поправки от краснодарцев тоже вносили в документ.